гости, родители, друзья. Наконец-то мы добрались до этого момента. Защита диплома очень такая с самого раннего возраста у нас. Трогательная, способная. Сейчас она такая трогательная девушка сделала такой проект на тему Павла Филонова. Так что слушайте. Здравствуйте, меня зовут Екатерина Михеева, и я подготовила дипломную работу на тему объемно пространственная композиция, заключенная в геометрическую форму. На создание моего диплома меня вдохновило творчество русского поэта, авангардиста Павла Николаевича Филонова. Его искусство является одной из самых ярких страниц в истории российской живописи, а также его оригинальный художественный метод, разработанный самим художником, который не был в полной мере оценен и его современниками и историками искусства последующих десятилетий. Оно также заключало во многом новое ощущение действительности, которое Филонов хотел передать в своих полотнах. Он называл это аналитическим искусством, то есть передавая не форму предметов, а именно их суть в своей живописи. Его масштаб — это вся Вселенная, поэтому многие его полотна изображают только часть, какую-то небольшую, и предполагают, что за ними это все будет продолжаться и расширяться. В основе моей работы лежит простая геометрическая форма куб. Я считаю, что она является одной из самых лучших воплощений четкости и линейности в любой композиции. Также во всех полотнах Филонова присутствуют прямые линии и изгибы, которые создают впечатление структуры или какого-то механизма, что я попыталась изобразить в своей работе. В основе моего диплома лежат две массивные формы, которые являются основными зданиями. Они находятся под углом друг к другу и к земле, что создает динамику композиции. Они разделены яркой галереей с приподнятыми деталями, который передает движение вперед, к чему-то большему. Просто и сверху, и так отсюда можно смотреть хорошо. В центре моего диплома размещен синий рельефный куб, который является своеобразной сердцевиной всего диплома. Он поддерживается с помощью тонких элементов, которые пронизывают его насквозь. И также окутан своеобразной плеченкой с более мелким, которые тоже создают впечатление движения, стремление вперед. Два внешних куба, черный и белый, имеют чешуйчатую структуру и также находятся под углом, что усиливает впечатление от масштаба всего комплекса при входе в него. Эти кубы, белый и черный, имеют более декоративную функцию и играют на контрасте. И также сзади моего диплома расположен гипертрофированный автопортрет самого художника. Заметили, что